Всем привет! С вами Кононова Анна и моя дочка Шишкина Екатерина, 18 лет. И мы хотим вам показать вот такую вот новую трикотажную юбочку. Юбка просто обалденная, мы ее себе оставляем. Значит, это трикотажная юбка для женщины, цвет бежевый, размер 46, верх 100% полиэстер. Вот, далее идет подкладка, тоже 100% полиэстер. И подкладка там, Кать, в два слоя, что ли? Так, первый слой, второй слой и третий слой. Ага, так, хорошо, поправь теперь. Ага, вот. Ну, Катя довольна данной юбкой. Катя, ну расскажи, что, как? По талии хорошо сошлось? Да, очень хорошо. Здесь пояс выполнен лентой, похоже на атласную ленту. Пояс не тянется, а сама юбка достаточно хорошо. Пояс не тянется, а юбка тянется. Да, немного. А подклад? Не тянется. Хорошо. Хорошо. Дальше что мы с тобой? Сзади молния откуда докуда? Вот. А, сбоку и вот. Молния сбоку, да? Угу. Еще я хотела показать вам рюкзак на Кате. Вот, вот такой вот рюкзачок. Значит, это рюкзак, называется Bright. Да, вот его аннотация, размер 20x6 и 20x6x24, артикул 600-414, цена это без учета кэшбэк 1999 рублей. Вот, получается так, верх плечевые лямки, эко-кожа, подкладка 100% полиэстер, фурнитура, сплав недрагоценных металлов. Вот такой вот рюкзачок, Катюш, можешь его начать демонстрировать. Угу. Ну, аккуратненький, симпатичный. Если честно, его будет носить не Катя, а моя дочка. Вика. Да, Виктория, пятилеточка. Очень хорошо он у нее на спинке лег. И с огромным удовольствием можно его носить. Так, значит, вот такая вот ткань. Довольно-таки симпатичная. Как вы видите, тут магнитик. Магнитик идет. Далее оно расстегивается, вот такие висюлечки тут. Оно расстегивается до конца с обеих сторон, но ничего не выпадет, не беспокойтесь. Тут есть вот такая вот вставочка, да. А внутри есть очень-очень глубокий такой кармашек. Вот прям вот такой длинный карман. Он тоже застегивается. Ну, на мой взгляд, все очень даже хорошо. Вы можете вот так вот его застегнуть с одной стороны, чтобы обе застежки были, да, можете тут по центру застегивать. Вот, минусов у данного рюкзака пока что на данный момент я не вижу. Вот, такие лямочки, они регулируются, очень-очень удобные. Катюш, как тебе рюкзак? Отличный? Мне он очень понравился, но он останется Вике. Ну, я, если хочешь, тебе закажу, вы же с Викой никуда вдвоем особо не ходите, в колледж носи. Хочется, так, пожалуйста. Только войдут ли у тебя туда тетрадки и учебники, скажи? Фотоаппарат. Фотоаппарат только войдет? Но тетрадки и учебники ведь не войдут. Не знаю. У меня нет учебников как-то. А с тетрадки? Ну, каталог мал, чтобы смерить. Да, каталог мал, чтобы вот так смерить его. Давай этим займемся попозже. Ну, давай, ага. Так, сейчас на Катерине обалденное платье. Это трикотажное платье с коротким рукавом. Это не то. Так, платье без рукавов для женщины. Цвет мультицвет, размер 44. Верх 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер. На Кате черные капроновые колготки. Надеюсь, вы нас простите. Просто мы решили не переодевать. Вот, значит, артикул получается 523-005. Вот аннотация. А, ну что, давайте смотреть. Корсет отличнейший. Кать, что скажешь про платье? Оно очень красивое. Ну, я думаю, что вы это без меня уже поняли. Оно такое летнее, свежее. То есть, может быть, я его в тунис надену. Ну, в тунис с собой будешь брать, да? А смотри еще, Катюш, может быть, тебе на 46-й перезаказать, но он будет подлиннее, но корсет будет меньше впиваться в твою талию. Ну, в принципе, если мы перезакажем, то у меня прям вот, ну, да, но прилично будет длина, в общем. Да? Не хочешь? Нормально будет. Нормально, да. Он не будет по щиколотку, но будет чуть-чуть подлиннее, чем это, мне кажется. Ну,
Вот, принципе, да. Отлично. Катюш, давай подойди к нам. Значит, вот это вот железячки. Вот это вот железячки. А также тут все отстегивается, и можно носить просто без этого, да, то есть отстегиваете, загибаете и просто носите как корсетик. Здорово, классно, Катя, глаза. То есть 9 штырей. 9? 2. Ага. 4, 6, 8, да? Так, убери-ка нам волосы. 3, нам 3, не видно, это... что ты показываешь. А, вот здесь 2, угу. По бокам 2, угу. И сзади еще 2. Угу. Волосы убери, нам не видно. Вот, волосы. И, значит, смотрите, тут шов, то есть вот этот вот ремень. Докуда, Кать? Не ремень, как он? Молния, да, вот. Вот, до сюда молния. Я перезакажу, скорее всего, на 46-й. Да, то есть вот у нас в семье у всех кость крупновата. Нет, действительно, крупная кость. Мы крупные дамы все. Поэтому... Крупная дама. Ну, что делать-то? Ну, и сейчас Катерина примерит еще вот такое вот платье. Трикотажное платье с коротким рукавом для женщины. Цвет бежевый, размер 44, артикул 523-010. Так, тоже 44 размер, поэтому я не знаю его. Я не буду на 46 перезаказывать, потому что оно идет. Иди помогу, полуприлегайка. Ой-ой-ой. Иди, говорю, помогу. А, все, да? Оно идет полуприлегайка, как вы видите. Тут есть пояс. Ну, пояс можно заменить, если хочется, да? То есть оно именно к данному комплекту идет. Вот, отлично просто смотрится, мне очень нравится это вот где-нибудь на берегу моря пофоткаться или вот так вот в жару по городу прогуляться, да, очень красиво, но привлекает. Можно, в принципе, носить не только с платьем, а с какими-то комплектами, в принципе. Да, можно с джинсами совсем. Просто как поверх, чтобы было и не загореть, и не... Угу. Ну, ты тут все равно сгоришь, если ты будешь в нем ходить летом. Да. Он то есть оно, видите? Он еще да, ну, спрей-антистатик. Да, спрей-антистатик у нас есть, и все. У нас такая же история была с черным бальным платьем. Угу. То есть тоже антистатик покупали, очень хорошо работает. Угу. То есть прямо с антиюбкой воздушной. Угу, угу. Алиса бегает. Так, ну что, я могу сказать, что покупка удачная. Вот это платье сверху я тебе оставлю, да? А вот это на 46 перезакажу. Единственное, что я переживаю, как длина, будет ли совпадать длина 44-й накидки и 46-го платья. Может быть, тогда оба на возврат и оба перезаказать? Ну, давай. Я вот это только что. Видите, там длина внизу, она прям впритык. Прям впритык. Если... Я думаю, что лучше перезаказать, не рисковать, а то потом вдруг чего-то не будет и все на возврат. Придется вообще отправлять. Ну все, мои дорогие, с вами была Кононова Аня, Шишкина Екатерина, моя дочурка, распрекрасная дамочка. Да, всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео. Я еще не сняла платье свое 50 размера. А как же ставить лайки? А, ну да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, мы старались. Пока-пока.